Последний пункт сбора и пребывания в Анапе в зале городской администрации. Это не прогулка какая-то там, это работа, я скажу, серьезная, напряженная, круглосуточная и бессонная порой. Это надо правильно понимать. И мы с радостью сегодня, искренне, я вас от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева поздравляю именно коллектив волонтеров города-курорт Анапа, кто удостоился этой чести, поехать и представлять именно наш славный город. Серебряный возраст – это значит, что всем им за 50. Добровольцы на Олимпиаду прошли отбор и тестирование, затем учили иностранные языки. Среди них государственные служащие, учителя, люди на заслуженном отдыхе. За 2 года подготовки к Олимпиаде отряд анапских волонтеров сплотился. Провел несколько совместных акций по уборке утреша и сбору средств на новогодние подарки детям-сиротам. Настроение перед поездкой приподнятое. Цветами радуги Олимпиада сияет, сильнейший на ней всегда побеждает. И мы, волонтеры, свою лепту внесем. А анапчан нас пославших не подведем! Волонтеры обещают отлично потрудиться на благо Родины. У нас есть дети, у нас есть внуки. Мы хотим оставить память нашего труда. И вообще мы за Россию, мы хотим помочь нашей России и Родине. Нашей Родине, России. И прославить нашу Анапу. Этот отряд волонтеров поработает в Сочи на объектах размещения гостей Олимпиады до 26 февраля. А на Паралимпийские игры, которые начнутся сразу после Олимпиады, отправится другой отряд добровольных помощников из Анапы. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.